Тебе даже ребенка не жалко. Опомнись, ну посмотри, как ему плохо. Может, хватит уже? Ты что хотела-то? Ты бы еще позже появилась. Смотри, еще чуть-чуть, его не откачать будет. Ты думаешь, взяла и все так просто решила? По-хорошему-то нельзя? Я тебе ребенка не отдам. Здорово. Че, Ваня, бас, ты где? Да не, в больницу еду. А че? У меня астма. А в какую больницу? Да там, в центре. А, ну ладно, давай в следующий раз зайдем. Вы прошли обследование. У ребенка выявилась аллергия на домашнюю пыль, на клещей домашней пыли, на кошку, которая у тебя в квартире проживает, а также на полынь. Это достаточно много аллергенов. Чтобы ребенок чувствовал себя лучше, необходимо в первую очередь организовать, исключить контакт с аллергеном. Не, у тебя ничего не получится. Он как задыхался, так и будет задыхаться. Ну, понимаешь, жизнь у него такая. Ну, как все аллергики, должен таблетки всю жизнь глотать и иммунитет себе угробить. Зато мама с папой хоть какое-то внимание будут уделять. Слушай, не мешай мне, а? Ну, не лечится же. Еще как лечится. У аллергиков, между прочим, очень сильный иммунитет. Просто он работает неправильно. Что-то я сильно сомневаюсь, что ему с астмой можно жить по-другому. Да он же шагу сделать не может без своего ингалятора. На что надеяться-то? Он что же думает, что его реально тут вылечат? Вообще-то клиника какая-то модная. Ну а ты думала? Медицинский центр «Витамед» проводит не только диагностику и лечение аллергических заболеваний, но и вакцинацию против гриппа, гепатита А, клещевого энцефалита, пневмонии и даже рака шейки матки. Не говори. Даже по полису медицинского страхования детей обслуживают. И иммунологи, и аллергологи, и педиатры, гастроэнтерологи, нефрологи у них есть. А про массаж я вообще молчу. Ну, конечно. Смотри, вон сколько наград. Лицензий, сертификатов. Отличная клиника. Черт! Да не злись ты так. Его родители от того и ссорились, что не знали, как сыну помочь. Ведь не все же трудности сближают. У кого-то из-за больных детей семьи распадаются. Кто-то, конечно, борется, это выбор каждого. Но в итоге-то все хорошо, посмотри. Все счастливы. Хэппи-энд. Ну скажи, я же умница. Чего ты радуешься? Что, добрая, да? Хорошая. Тошнит уже от твоего желания всем помогать. Дорогие мои аллергики, астматики, давайте не будем ничего менять. Это же так забавно, когда ты говоришь, у меня аллергия, я орехи не ем, и все начинают на тебя смотреть, удивляться. И ведь никто из них не знает, что простая ОРВИ может стать аллергией. В общем, друзья, коллекционируйте пыль на полках, чихайте, чешитесь, заведите кошку, а лучше две, задыхайтесь на показ. Это же так классно смотреть со стороны. И последнее. Никогда не вспоминайте тот медицинский центр, где можно получить лечение. Вы только подумайте, у вас больше нет аллергии. Вам это надо? Медицинский центр «Витамед». Улица Мадагоева, 1, телефон 33 35 15.